Приморье наградили бойцов спецназа Росгвардии. Глава региона вручил участникам специальной военной операции государственные и краевые награды. Олег Кожемяк отметил мужество и героизм спецназовцев в борьбе с врагом на Донбассе. Губернатор подчеркнул, что бойцы – это пример мужества, который будет служить ориентиром для патриотического воспитания молодежи. Вы зарекомендовали себя мужественными воинами. Кто стоял в первых рядах бойцов, кто прошел Гостомель, прошел Мариуполь, прошел все сложные участки спецоперации, достойно выполнил их. Мы чтим память тех, кто погиб при выполнении спецоперации. Память о них всегда останется в наших сердцах, будет увековечена в названиях улиц наших городов. Это пример мужества, безусловно, значит, будет служить как патриотическое воспитание нашей молодежи. Но спецоперация продолжается. Вы вливаетесь в ряды, также мужественно и героически будете сражаться, как сражаются сегодня наши парни, реализовывать работу по ликвидации диверсионно-разведывательных групп, наводить порядок, значит, в территориях, которые стали Российской Федерацией, оказывать помощь и содействие мирным гражданам. И я, конечно, желаю вам мужественно и ответственно выполнить поставленные боевые задачи командованием, президентом нашей страны. Конечно, быть аккуратными, внимательными, осторожными, с достоинством и с честью вернуться домой, в родное Приморье.